арбитр не видел. Видите, как он уходил от эпизода, а там нарушение было против Черникова, но арбитр находился спиной, и контратака в итоге Челябинская уже происходит. Бросок! И трактор выходит вперед попеременно в шахматном порядке. 1-0 «Лада», 2-1 «Трактор», 3-2 «Лада», 4-3 «Трактор». Кайл Уилсона поздравляет, и он поздравляет всех. Мощный был очень бросок. Конечно, если бы Ежов поймал эту шайбу намертво, это был бы высший пилотаж. Но сделать этого не удалось. Он ее уронил. Сюда накатывал уже.